Посмотрим потоки закрывания. Как вы видите, эти ребята пытаются снова замесить непонятно что в эти ямы на съезде с ГЭС. Вчера было смешно очень. Когда я заезжал на дамбу, они засыпали. Через 2,5 часа возвращался обратно. Эта яма не то что заделана была, так она вся рассыпана, весь гравий. И плюс она еще минимум в 2 раза больше стала.